Всем привет, с вами я, Рустик Мистик, и сегодня мы поиграем в World of Warships. Вы спросите, а что же такое World of Warships? World of Warships — это клиентская онлайн-игра в жанре экшн-стратегии, которая перенесет игрока в эпоху военно-морских сражений и легендарных кораблей. Нам предстоит бороздить бескрайние океанские просторы, стать участником динамических баталий. Также мы сможем объединяться в отряды для более успешной победы над врагами, применять свои умения и тактику. Множество боевых кораблей и с уникальными возможностями верная команда ждут своего командира. Ну, собственно, командир — это я на сегодня. И командир максимум для своего корабля, потому что кораблей там будет очень много. Ладно, продолжим, как только я найду бой. Первый бой я решил сделать на Орлане, корабле СССР. Это корабль первого уровня. У меня уже есть корабль второго уровня, но он пока что недоступен. Ну, в бою еще находится. А вот Орлан очень даже доступен. Бой начинается! А это же красавка. Бой начинается. Зададим им жару. Зададим им жару. Силы противника на горизонте. Кто их заметил? Там парни заметили. Давайте захватывать точку. Все, захват базы идет. Так. Что там добьешь? Я не знаю, что там думаешь. Курсу. Thank you.
Так, того уже потопили, что ли? Что-то вы быстро, без меня справились. Так, 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 ну, максимально, давай, максимально. Покрутимся, тут, понимаешь, ли. Давайте на пол. Вперед. Там, за островком. Я тебя еще не вижу, но я уже знаю, что ты говно. Просто на меня нападаешь. А, ну там тебе фигачу просто. Так, плыви, плыви сюда. Ой, что-то я кручусь, Везде. Последний. Можно не бояться. Что у нас? Сольют? Что у нас? Победа. Первый бой победа. Хорошо. Поджог, попал в цитадель, вывел из строя. Правда, никого не убил. Ну да ладно. Штраф за урон свою. Вот это именно я врезался немножко в него. Просто сам врезался. Ладно, снова в бой. Так, зашли в игру. Последний бой у нас будет на этом. Как вот он? Так, здесь таких нету. Ладно, значит, как вспомню, так вспомню. Как увижу, точнее, как начнется следующий бой после этого. Я надеюсь сегодня победить. Так, всем удачки. Как сказать, чтобы все шли на С? Противника уничтожен. Блин, угол, союзник. Союзник, а какашка какая-то. Все у меня какашки от меня. Хотя кто-то знает. Я понимаю, тут все, кто на первом месте, идут в самом низу. Потому что я убил одного. Вот у меня счет один. И у Гудвина счет один. Что это мне так заносит? Серьезно? Нет, сейчас уже я прежусь. Сраные.
блин. Так, что-то его уже нет, да? Все у нас чисто. Все чисто наше. Серьезно, что ли? Не дали поразвлечься. Ладно, захватили две базы, уничтожили противника. Считай, бой удался на славу. Ладно, возвращаемся в порт, попробуем со сторожевого поплавать. И не забываем, ссылочка на игру в описании. Регистрируемся именно по моей ссылочке. Ну и все. Регистрируемся именно по моей ссылочке. За то, что я предоставил вам ее сразу. Так. Ну давайте со сторожевого. С него я не очень, конечно, плаваю. Да, у него опыта больше. Потому что шансов победить, наверное, меньше. И все дела. Слишком большой корабль. Но маневренность у него выше, чем у Орлана. Блин, мне это странно, что ли? Ладно, эсминец так эсминец. В бой. Так, ну что, продолжим. Сейчас сразу как начинается, форсируем двигатель. Ну а потом уже. Так, кстати, а куда идем? С пятачком. Ну, в любом случае идем на Б. Бой на А. Бой начинается. Так. Всем удачи и 7 футов под киром. Ага. Спасибо. Вот ответили. Двигатель в форсированном режиме. Редко бывает такое, что отвечает мне. Давайте как-то вот так пойдем. Вот так. Активирован автопилот. Автопилот. Удобная вещь. Или да. Давайте-ка наведемся. И полетели, полетели. Мне понравился этот трюк. А вывезли.
обнаружены силы противника. Где? Вижу. Видели, знаем, что. Давайте как. Да-да-да-да-да-да, почти нет. Нет. Какие повреждения? Пройдена контрольная точка. Достигнут конец маршрута. Вот говно, вот говно. Я тебе покажу сейчас торпеды. Торпеды. Все у меня капец. Что, нет? Погнали. Спасибо за просмотр. Пока.